Подожди, нет. Всем привет, меня зовут Алина, и это очень странно, что я сейчас держу в руке телефон, но сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Так, сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Сколько тебе лет? Мне 9 лет, да. День рождения у меня 8 декабря, я родилась 2007 года. Так, Лев Цеханович спрашивает, ты любишь футбол? Футбол я люблю и иногда даже в него играю, но сейчас мне нельзя в него играть, потому что жутко болят колени, и поэтому мне нельзя. Так, какой твой любимый видеоблогер? Ну, у меня нету любимого видеоблогера, но я смотрю Катю Клэп, Сашу Спилберг иногда, Марьяну Ро. Боже, вот я не могу вспомнить, ребят. Вот когда я общаюсь перед камерой, я вот ничего у меня не лезет в голову, понимаете? Вот. Так. Ты любишь комедии или ужасы? Ну, я люблю больше комедии, потому что ужасы потом я не сплю по ночам, и как-то я боюсь потом, да. Так, подожди, давайте я яркость уберу, а то у меня сильно лицо светится. Так, Аскалина, каковы твои эмоции, когда ты пришла на кастинг на «Голос дети»? Я была настолько рада, потому что это уже круто, что меня, может быть, покажут, может и нет, потому что там некоторых детей не показывали, некоторых показывали, например, как Кристина Дашкина, к сожалению, к ней не повернулись и не показали. И поэтому, да. И я думала, вот, наверное, я пройду, вот пройду. Потом я узнала, кто сидит в наставниках, и поняла, что я пойду именно к Нюше, потому что Нюша — это мой самый любимый певец, ну, не певец, я имею в виду из русских, вот, и Нюша вот пока у меня на первом месте. Да. Дмитрий Канадцев спрашивает, Алина, привет, какие эмоции ты обычно испытываешь до выхода на сцену? Ну, я, ну, вообще, это надо просто привыкнуть. Например, сейчас у меня вообще нет эмоций, я, например, не трясусь, у меня нет мурашек, мне не холодно, мне живот не крутит, в общем, все нормально, да. А потом... Ты себя ощущаешь 9-летней девочкой или старше, младше? Ну, вообще, иногда я бываю старше 9 лет, иногда я переувеличиваю, а иногда я бываю маленькой, иногда вообще 9-летней, как обычный ребенок. Вот. Анастасия Гордеева спрашивает, ты добрая? Да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, я добрая или злая? Да, я добрая. Вот. Есть ли парень? Я уже отвечаю на этот вопрос, ну, 6-й, что ли, раз. И у меня есть просто лучший друг, и я не буду говорить, кто это, поэтому да. Ты злая? Нет, я добрая. А какие твои любимые исполнители? Ну, я уже говорила, что это Бьонси, Мелани Мартинес, Нюша... И пока что все. Ну, еще Риана, но Риану я редко слушаю. Ты любишь своих фанатов? Как ты их называешь? Я очень люблю своих фанатов, и спасибо вам большое. У меня уже ВКонтакте 1500 подписчиков, и спасибо вам большое. И вот еще спрашивают, как ты их называешь? Вообще... Мы договорились нашу семью называть оленята, я не знаю почему, но кому-то так в голову пришло, что нужно назвать нашу семью оленятами. Вот, так что мы называемся теперь оленята. Скажи, не боялась ли ты выступать на слепых прослушиваниях? Ну, у меня было капельку волнения, потому что, ну, я уже прошла кастинг, и это так круто. И вот если я даже вот не выйду из троек, это все равно круто. Я же все равно, я уже в проекте, я уже в команде, и это очень было круто. И я как-то сегодня дергаюсь, вы не обращайте на меня внимания. И сегодня у меня новый фон, да.
В каком городе ты бы мечтала побывать? Я бы хотела побывать в Майами, в Японии, в каком-то там городе, я не знаю, наверное, в Токио, что ли, как это называется город. В Токио, наверное, и в Лос-Анджелесе, и в Майами, и на Кипре. Ну, вот так, короче. В финале ты исполняла песню Полины Гагариной «Шагай», а тебе нравится сама певица? И какие ее песни ты бы хотела исполнить? Вообще, Полина Гагарина мне очень нравится. Я вообще эту песню я слушаю с 7, наверное, с 8 лет, потому что слова я знаю, и я ее прямо в машине включала. «Это мой жизненный принцип». Я прям ее пела на всю катушку. Я, вот знаете, вот сверху в машине такой люк есть, я ее открывала, бошку туда засовывала и начинала петь. Это мой жизненный принцип. И это было что-то, и она мне вообще очень нравится. Яна Стародубцева спрашивает, первый вопрос. Ты хотела бы победить на «Голос дети»? Но мне кажется, все, кто пришел на «Голос дети», их мечта была победить, потому что... Ну, кто не хочет победить? Ну, да. Все хотят победить. И я тоже хотела победы, но третье место это вообще, это уму непостижимо. Во-первых, мне 9 лет. Во-вторых, я от Казахстана выступаю. И это круто было, да. Мне понравилось. Так, дальше. Второе. Ты всем отвечаешь, кто тебе пишет? Вообще, честно, вот не все сообщения успеваю прочитывать, потому что я не успеваю просто прочитывать. У меня, вот сейчас я посмотрю, сколько у меня сообщений. Вообще, 300 всегда. Всегда 300 сообщений. Да. Третий вопрос. Из нюшной команды кто тебе больше понравился? Ну, мы все нюшата очень классные, и мне все абсолютно понравились на «Голосе». И вот со всеми я сейчас общаюсь. Да. Четвертый вопрос. На каком «Голосе» тебе больше понравилось? Вообще, два «Голоса», они одинаковые, почти. Только в Украине надо было 18 человек брать в команду, а в России 15. И это... Я не знаю, плюс-минус, но, в общем, они вот так вот отличаются. Да. Пятое. Ты красивая. Спасибо. Шестое. Кто тебе больше всего понравился, Нурлан или Стася? Ну, вообще, мне они оба понравились, но... Просто Нурлан постоянно уезжал в набережные Челны, в Азербайджан, и поэтому нам больше пришлось пересекаться со Стасей. И вот так вот. Какая твоя любимая песня? Моя любимая песня это Beyoncé Love on Top и Beyoncé Running. Да. Вот. Еще Bruno Mars 24K, что-то там такое. Вот. Восьмой. Ты любишь танцевать? Да, я люблю очень сильно танцевать, и танцы это мое все, это моя жизнь. Без танцев я не могу никуда. И на каждую песню у меня есть танец, если кто не замечал этого. Да. Девятый вопрос. Какой твой любимый канал на Ютубе? Ну, я не знаю даже. Вылетает из головы все, ну ладно. Десятое. На канале Николь и Алисы какой тебе больше нравится челлендж? На самом деле, Николь и Алису я не смотрю, но надо вот посмотреть. Мне многие рекомендуют. И пока что я не знаю. В общем, да. А где видео будет в ВК или на Ютубе? На Ютубе. Потому что я сейчас снимаю на Ютуб. И у нас сидит ремонт, и сейчас, наверное, это все слышно, и меня это настолько раздражает. Просто. Ладно. Милана Мирсалимбаева. Ты любишь своих подписчиков? Да, конечно, я их люблю. И я думаю, ну, каждый человек любит своих фанатов, ну, если они у него есть. Вот. И, конечно же, я люблю и могу вас обнять. Но я не могу сейчас трогать камеру, потому что она упадет. Я ее или как поставила... Да.
Второе, ты плакала, когда не выиграла «Голос дети»? На самом деле, мне многие пишут в личку, что не расстраивайся, что ты не выиграла «Голос». На самом деле, я столько не расстроилась, потому что, ну, третье место — это так круто, это настолько классно, что, я не знаю даже, да. Блин, меня раздражает, когда они делают ремонт, ну ладно. Так, я потеряла. Кто мне задавал? А, вот. Как тебе Дима Билан и Валерий Меладзе? Ну, вообще, они тоже крутые наставники. И я, когда я не знала, что Нюши и Валерий Меладзе не будет, точнее, да, не будет, то я думала, что я пойду к Билану. Но тогда у Билана, по-моему, было только два или одно место. И ко мне повернулась Нюша, и это очень было круто. Да. Четвертое. Ты будешь участвовать в «Голос дети Казахстан»? На самом деле, мне уже нельзя участвовать, потому что я уже была на двух, и на трех уже нельзя. Мне еле как разрешили на втором участвовать. И так что, наверное, я не буду участвовать в «Голос дети Казахстан». Марина Широкова спрашивает, если бы ты участвовала в третьем сезоне «Голос дети», кому бы ты пошла? Я бы пошла, наверное, к Леониду Агутину. Да. Мне он очень нравится, и поэтому я к нему пошла. Тебе нравится свое имя? Если нет, то какое бы ты хотела имя себе сама? Мне нравится свое имя, я не хочу его менять. Может быть, какой-то псевдоним сделаю, например, там, я не знаю, просто Алина и все. Ну, вот, это что, мне лезет в голову, и все. Второе. Тебе нравится свое... Ой, фу. Третье. Голос или голос дети? Голос дети. Четвертое. Тебе бывает, кажется, что в голос дети поют лучше, чем в голосе? Ну, вообще, ну, не было такого ощущения. Ну, может быть, было, я уже точно не помню. И, да. На что у тебя есть аллергия? Аллергия у меня на все. На собак, на кошек, на животных, да, у кого есть шерсть, вот. Потом у меня есть аллергия на пыль, на цветы, на все, в общем, у меня есть, и это меня убивает просто. Таня Васильева спрашивает, Аскалина, как ты относишься к участникам «Голос дети» после «Голоса»? Ну, отношусь я очень хорошо ко всем, и особенно не буду говорить кому, потому что... Ай, блин, что-то компьютер не упал. Ну, потому что не надо. Вот. Первое. Расстроилась ли ты, что не выиграла «Голос»? Еще раз говорю, нет. Я не расстроилась. Так, узнают ли тебя на улице? Да, меня узнают и просят фотографироваться, многие хотят устроить фан-встречу со мной. И не устраиваю фан-встречу, потому что вряд ли кто на них придет, я думаю. И напишите в комментариях, хотите ли вы фан-встречу в Москве. Да. Когда приедешь в Актау? Я не знаю, может быть приеду, может и нет, но я думаю, что я приеду в Актау. И все, на этом вопросы закончились, потому что я почти все прочитала. И зачем я показываю свой компьютер? Ну, ладно. В общем, мои вопросы закончились, и тут только вопросы, которые повторяются, которые уже писали многие. Вот. И тут вопросы, которые я уже на них отвечала. Если вам понравилось это видео, то ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. Напишите какой-нибудь хороший или, как всегда, плохой комментарий. С вами была Алина, люблю, обнимаю, всем пока!